Сегодня 30-е число уже. Опять у нас пополнение. Свинка поросится. Зашли. 4 поросенка уже есть. Свинка сама справляется. Поросятки крупненькие. Так что, в принципе, наверное, не будем к ней мешаться, лезть. Пускай. А, нормальная такая, что поросится хорошо. Так, аккуратно ложись. Главное, чтобы визжали хорошо. Чтоб не придавило. Рядом. Переживает. Ты чё орёшь? Ещё двое. Жаре не буду мешать, наверное. Она справляется самостоятельно. И такая, что спокойная. Нема у неё резких движений никаких. Вылез, только вылез, ещё только. Не обсох, даже не обтерся. Подстилка, они подстилку обтираются, сразу сухенькими становятся, чистенькими. Она им сама подгрызала пуповину. Захожу, она пуповина. Ох. Да, конечно. Ничего, посмотрим, что через полчасика. Уже 5 поросят. Подъедать начинают. Все отлично. Свинка нервная, правда. Ну ничего, не будем ей мешать, будет все классно. Итак, 7 поросяток. Место уже вышло, большой кусок. Сейчас мы подчистим, попробуем. Уберем, чтобы она не ела его. Я думаю, все, порос закончился. Поросятки огромные, как бы очень хорошо. Сейчас уберемся. Так, мы убрали тут все. Поросятки теперь у нас кушают. Поросятки крупные, свиноматка тоже. Поросят, наверное, кило до 1,5 килограмма, а может и больше. На удивление, такие кабанчики здоровые. Плюс они у нас из беконной породы, поэтому все очень хорошо. Пускай лопают. Мамочка отдыхает, не будем ее беспокоить. В принципе, все, порос закончился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.